Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим играть в Penumbra. И, собственно, прямое продолжение Penumbra Black Blade. Туториал уже прошел, ничего там нового нету. Все те же самые механики. И Black Blade явно эпизод 2. Как я уже говорил, следовало бы все эти игры совместить на одном движке и не разделять на три продукта. Ну ладно, пойдем. Without this knowledge, without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. Без этого знания, без этого основания. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go. I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. I ventured boldly onwards and was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect, and yet still I failed to do what I must now ask of you. Ну, здесь продолжение, то есть пересказ, краткий Penumbra Overture. Как бы ничего особенного. О, здравствуйте. О, матрас. Да. Походу у Реда стебли. Почти замерзло. Что там у нас такое? Непонятно. Открывается. Что там случилось-то? Вот убили. На этом было хреново. Никогда больше не вернусь на него. Ну что-то в этом роде. Ладно. Что это? Монетка. Мертвые батареи. Это место не станет теплее. Различные бумаги, рецепт французского тоста, какая-то статья, рассказывающие о карнавале в Рено, и эти сток-маркет, акцизный рынок, ревью 89 года, если я правильно понимаю. Окей, фигня. Что у нас здесь? Ничего интересного вроде как. О, фонарик. Так, ну не фонарик, а эта штука. Единицу ее поставлю. Так, дальше. Записочка. Между светом и тенью существует целый мир. И этот мир обязательно наш. Выбирайся сейчас же. О! Откуда ты знал, что я это прочитаю? Вдруг я не прочитаю. Офисный стол,
Но, видимо, что кто-то использует его как бенч. Ну, этот. Штуку для работы. Так. Ноутс. Ничего интересного. Да я уже придумал, как выйти отсюда. Это какие-то бумажки по использованию в случае emergency. Тут вот текстуру надо было бы повернуть в другую сторону. Но это скорее к моду вопрос. Я же играю сейчас с модом, который апскейлит текстуры. Возможно, там что-то. Так, тул, говорите, да? Что тут у нас такое, а? Это непонятно. Да, подожди ты. Есть что? Так, пока не вижу. А, монетка, вот она. Ладно, я понял. Это стык, да. Ну вот, я про это и говорю. Просто жал, типа, да. Раскрутить обратно не надо было. Ну ладно, нормально. Так, что тут еще? Может, какая-то бумажечка, что-нибудь еще, сральник? Или что это у нас такое? Лампа. Ненавижу этот звук. Заставляет меня вздрагивать. Май 2001. Я не уверен, сколько долго я здесь был, но моя голова до сих пор болит. Либо это было не так долго, либо меня ударили очень-очень больно. Тяжело, да. У меня нет понятия, что происходит, и внезапно я даже не волнуюсь. Я выхожу. Что у нас тут такое? Что за херня, да? Что здесь? Так. Паранормальщина. Salvation, типа спасение. Выглядит, как будто кто-то специально пытался заблокировать этот путь. И у них, в общем-то, получилось. Так, что тут у нас такое? Что за записочка? Так, я полагаю, что ты получил мою последнюю записку. Мы в самом пекле. Если ты, как и я, только что убежал через вентиляцию, мы не должны быть далеко от крепости
созданной в холле. Должно быть безопасно здесь. Я отмечал мой путь, и если ты проследуешь за ним, у тебя должно быть все хорошо. Почти дома и сухо. Так. Я слышал, Говард работал над лекарством. Может, мы сможем победить эту штуку в конце концов. Может быть, когда я вернусь обратно, мы будем... у нас получится все понять, и к тому времени, как ты пробьешься, у нас будет... ты успеешь на чай и медальки. А может, даже горячий шоколад. Как насчет этого, а? Я не могу дождаться. Я люблю горячий шоколад. Нейл Освальд. Главный химик. По скриптам. Будь осторожен с безопасностью, security холла. Так, с безопасностью холла. Я разработал ее сам. Она чувствительна к органическому материалу. Окей. Чё это? Давайте посмотрим, чё это у нас за Half-Life такой. Вон батарейки. Кирпич. Да блин, я ж не это хотел сделать, ну ладно. Никаких бесплатных дринков сегодня. Функционирующая дринк-машина. Если уж говорить об этом, я... наверное, выпил бы. Что-то получил. Только, правда, монетку потерял, ну ладно. Но я пока... что выпить, реально. Как это? Честно говоря, я бы хотел холодное пиво. Ну, извините. Так, опять кто-то заблокировал это, у него хорошо получилось. Ну ладно, если уж я включил этот... эту дымовушку, то пускай она будет коллапсит. Ага, что за гребаные. Так, короче, смотри за своими шагами. Следи за собой. Будь осторожен, короче, блокировано. А, вот это вот. Чувствую, нам пригодится. Американский студент или что? Ой, что за нахер? А, оно провалилось текстуры. Это прекрасно. Прекрасно. Получилось. Окей.
эту дверь я бы не против закрыть. Что-то можно попробовать как-то закрыть ее. Закрыта. Слава тебе, кому бы там ни было. Так, все тает, что-то будет непонятно. Машин for pigs. Термостат контролирует количество охладителей, проходящего через эти трубы. Так, а что можно сделать? Я как бы ничего тут особо не вижу. Stench is here, Unreal. Да не Unreal, а HPL. Так, что тут можно сделать, а? Еще одна, да? Так. Да, но как мне его выключить, что ли? Пока не очень представляю. Это вообще не то. Какая-то территория странная. Вообще не вижу. Что тут можно сделать? Это туда идет. Окей. Хорошо. Это сюда идет. Хорошо. Других вариантов здесь не вижу сейчас. На данный момент. Эй, бедный Мадрид. Что, издеваетесь, что ли? Thank you.
всего нужно отключить. Просто такое на уровне хрен его знает. Как на это смотреть? Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. Эта штука выглядит, как будто она отреагирует на меня, если попробую пройти. Понятно, сейчас такой. Полу. Так. Это мог бы быть я, если бы я не знал. Если я не выберусь отсюда. Имя говорит Нил Освальд, ведущий химист. Так, заметки пациента. Дэрин Грей, пол, мужчина, возраст 32, национальность Австралия или австриец, не, австралец, роль, команда раскопок. Первые симптомы пациента средней дезориентации, и он был попрошен, чтобы, короче, просили лечь. Майлд, я не помню, что такое майлд, короче, успокоительное. Часть третья. Пациент расчесывает его шею. Я полагаю, что он расчесывает. Возможно, место инфекции. Часть четвертая. Два из трех полных симптомов замечены. Дежавю. Пациент отвечает, что он уже прошел стандартные тесты. А ведь только я тот, кто их выписывает, паранойя. Говорит, что тестирование обходит, не знаю, что, ну, который, короче, излишним пациенту. Я уверен, что третий симптом, ауральный дисторшн. Ауральная дисторсия активируется в течение следующих 30 минут. И нормальные звуки, даже голоса и искусственные альтернативные личности, они все зарепорчены в других инфицированном персонале. Час шестой. Пациент засекьюрен. Эспер Аркаик стандарт. По стандартной процедуре. Так, я закрыл. Я не знаю, что такое болтон. Пристрелил. Да нет, вроде как. Привязал этого засранца сам. Мы не можем защитить себя от инфекции, но мы можем можем предосторожничать с инфицированием. Час седьмой. Угу.
decoration. Ага, интересно. Короче, пациент. Короче, пациента убили, и убили его передозировкой инсулина. Я сам вколол эту дозу в 6.12. Смерть еще не приступала в течение 30 минут. Это больше, в 3 раза больше, чем ожидалось. И я даже не представляю, можно ли Грей считать до сих пор человеком. Интересно, интересно. Что-то еще. Да-да, все понятно. Помоги мне. Я так был. У меня есть такое подозрение, что товарищ сам тоже является пациентом всего, или, по крайней мере, его что-то уже прикусило. А собачки, видимо, действительно зомби, и они тоже ненормальные убитые. Так, что-то у нас такое. Доска сообщения полная каких-то вещей. Покер-тур. Сегодня на ланч. Держите нечистых вне. Что здесь происходит? Там, походу, дверь какая-то. Год. Ураган Джон до сих пор безумствует в Тихом океане и стал самым длинным тропическим циклоном, который либо записан. Интересно. Так, это всякая хрень. Непонятно. О, кассета какая-то. Батарейки. Фонарика нет.
My name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status, Code C, imprisoned. Observing the Turngat movement, I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the elevated at this facility. And so it falls upon me to ensure that Xenu protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the vital threat. The species must be weakness. Oh, no, please! Oh, no. Окей. Значит, так вот, да. Мужик понял, что за ним придут. Что-то там попытался рассказать. Последний выживший, запертый в этой штуке, но в этой целке, в этой камере, клетке. Но не фартанул, даже не рассказал, что в чем состоит слабость. Так. Эти штуки везде. До сих пор во мне есть часть, которая меня тащит внутрь. Отваливается на пол. Ну, что-то не очень сходится. Так, я уверен, что там что-то полезное. Чёртово. Кто залочил все это дело, да? Так, это что у нас тут такое? Так, открыть не могу. Это какая-то электрощит. Ну, собственно, надо найти какие-то варианты. Вон бач. Не открывается. А, собственно... Собственно... Я ж просрал монетку, правильно? Я ж молодец.
прекрасно. Что-то я туплю, логически не могу разобраться, даже не логически. Кирки, ни молотка, ничего нету. My name Elof Carpenter. Как тебе открыть-то? Это я с этим все равно не смогу. Так что что-то я там выпускаю. Ладно, дайте мне пару минут. Понятно. То есть все-таки. Так, дайте ко мне какой-нибудь предмет. Все-таки надо это сносить. Сквозь стену. Да. Этот гребаный кирпич сквозь стену. Давай-ка. My name Elof Carpenter. Rank elevated. Status code C. Imprisoned. Observing the turn gat movement. I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the elevated at this facility. And so it falls upon me to ensure that Xenu protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the viral threat. The species... Раз.
в самую первую комнату, где кровавые следы. Конечно, как же еще? Сразу же немножечко прикроемся. Блин, до сих пор не могу отойти от этого. Шприцок. Даже немножко стрёмненько стало. Так. Здесь же был, правильно? Ну да, я же здесь был. Давайте посмотрим. Ха-ха. Окей, прекрасно. Сиренич. Да-да. Темнота, темнота это. Salvation.
тут электричество есть. Какие бесплатных нам на сегодня. Хорошо, будем дальше. Это я помню. О! Ага. Бесконечно холодная банка, да. Так, окей. Угу, прошли. Это шприц. Что мне с этим шприцом делать? Булист. Странный девайс. А, я понял, наверное, нужно туда что-то воткнуть, и да, она типа заработает. Чтобы еще такое. Так. Ага. Окей. Окей, не работает. Trusted Blood. А, подождите-ка. А, вот он. Ну, почти. На чем мы остановились там? Вот на этом чувачке, да, помню. Так, это скрипт сработал еще раз. Да, все хорошо. Так, ага. Ага, супер. Ой. Да, ёбкарнывовая физика это ваша. Интересное. Если эта крепость была похожа на security, короче, какой-то экспириенс ждет.
Я не знал, чего ждать, но я уже привыкал к этому. Свет не выглядит настоящим. Ну да, он и не есть настоящий. Так, это мы отсюда пришли. Тут электроящик, похоже, сломанный. Да не похоже, он просто сломанный. Может, даже гадалки не ходи. Там. Ты слишком поздно, извини. Мы собрались и ушли сегодня. 6 месяцев, как мы сделали эту крепость. И 1 год, как мы выпустили Турнгайд вирус. И похоже, что никто не придет спасти нас. Мы проголосовали и решили отправиться в старые шахтерские шахты, над которыми эта инсталляция была построена. Ну, в которой эта инсталляция была построена. Сразу же перед началом... сразу же, как начались неприятности, один из ученых убрался туда. Мы не слышали об этом, а ты не знал. И голос был 8-3 в нашу пользу. Так, значит... Если кто-то возвращается к этой точке, я предлагаю вам сделать то же самое. Здесь не может быть больше, чем несколько выживших, и даже сейчас, и больше на число наших исчезает, теряется и заражается. Ты можешь выйти через канализацию, затем в шахты. В конце концов, мы найдем выход наружу и через лед. Мы можем умереть от холода, но это лучше, чем то, что случилось с Греем. Единственная персона, которая до сих пор там, это Говард. Это Кайн. Он вроде как наш лидер. Он ушел с базы несколько недель назад. И... это то, что нас привело к этому. Он превратил кухню в офис и переводил какие-то старые тексты. Когда он сказал, что он нашел путь, как противостоять заразе. Но я все же полагаю, что он не добился ничего. Ну, короче, он не выжил. Амабель Карлито Сус Чеф. О, что такое Сус Чеф, я не знаю. Наверное, шеф-повар, наверное. А, Сус Шеф. Это подшеф. Типа кухня. Это не заработает. Да. Какой-то слив. Или, по крайней мере, проход. Похоже на него. А? Пейнкиллеры. А я Макс Пейн. Так, я так полагаю, что фонарик можно будет стыбрить у этого товарища. Простите. Продолжаем разговор.
Да, оно закрыто. Прекрасно. Я так полагаю, что нужно будет. Это прекрасное место. Надо забраться каким-то образом. А как, я пока не понимаю. Этот вход, выход. О! Какой-то. Тут как в Resident Evil нужно было типа посмотреть с другой стороны. Welcome to the shelter, блин. Welcome to the shelter. Так, что-то нарисовано, я не понимаю. Ну да ладно. Я пропустил. Эта дверь контролируется с удаленного места. Но она говорит, что она открывается во время чего-то необычного. Ага. Что значит not quite right? Вот это, наверное, как-то поджечь или что-то в этом роде. Нет, не то. Не то. Нет. Так не работает. Может, ящик надо поджечь? Вот это постоянно. Вот ящика, кстати, может быть, будет чисто по размеру. Не, ни хрена не по размеру. Должно зайти. Чтоб что-то сюда зашло, нужно что-то сделать, что-то вставить.
все. Нету видимых замков, значит вход где-то в другом месте. Ага, обоссанные матрасы. Какая-то хрень. Ничего интересного. Жирная грязь от использования годами. Так. Сломанный холодильник. Опять соус. Кому-то это, видимо, нравится. Что у нас тут такое? Ничего интересного. Сковородка. Еще сковородка. О, какие-то шкафчики открывают. Открывается, я говорю. Странный артефакт. Я не уверен, что это какая-то странная статуэтка, выглядит как коллекционная штучка. По звуку, наверное, так и есть. Непонятно. Говно. Что там в мусоре? Говно. Очень интересно. Да, ну что тут еще есть? То же самое. Горящий мясо и прочая фигня. Застряла. Что-то может быть тогда использовано. Не подозреваю. Ничего интересного. Так, тут тоже ничего интересного. Открыть надо, да? А, я даже сюда не заглядывал. А, вот оно. Окей, так. Карандаш. Книжка-карандаш. И с большими буквами слово F. Документы и статьи. В большинстве относящихся к древним языкам и переводам.
это о шахте. 910 открыто, 930 говорят о высоких рейтингах, не рейтингах, этих высокой статистики по суицидам, возможно, химические, химия из шахты влияет на это. Вторая мировая война в 1939 году, 3 сентября по их счетам, 1 декабря 1939. Что-то тут. Простите. Так, значит, шахта превращается в бункер. 14 августа 45-го война заканчивается, вообще-то 1 сентября, но это уже второй вопрос. Потому что там еще Япония нужно было капитулировать 45-го года, 15-го, что-то там. Там в 52-м году закрывают, новая глава, 69-е, 70-е. Открывает нового серого червя, что-то такое, 72, 70. А, это можно было просто читать. Забавно, прикольно. Notes, Timeline. Открыли Копенгаген, да-да-да. 15 августа нашли какие-то древние артефакты. В 52-м году закрыли. Вообще 4-м открыли, поскольку обнаружили новые залежи свинца и железа. Отправляют в 69-м году Джей Питерса из мутантов в локальной фауне, 70-й год. Доктор Питерс открывает необычно больших червей, скальных червей. 72-й год, 21 августа. Много смертей, и вся шахта закрывается, и многие тела не отысканы. 19 января 73-го. Архаик узнает об ивентах в Гренландии. 73-й год, 1 апреля. Начинают строительство в шелтер исследовательской станции. Конструкция убежища завершена в 75-м году. И ключевые члены — это надсмотрщик Брэнд Стаферсон, химик Трой Ретенеск и переводчик Говард Лафреск. Ага, почти Лавкрафт, да? 90-е. Операция «Убежище» расширяется на вторичное место раскопок, включая место «Б». Водная пещера. Это что там было? 12 сентября 1991 года. Трой Ретенеск был заменен Нилом Освальдом как посещающий химик на месте Б. 6 января 1992 года. Субстанция 63 и артефакт 66Б найдены на месте Б. 20 февраля 1992 года. Место Б закрыто из-за враждебной локальной фауны. 3 марта 2000 года первичные экскаваторщики находят гробницу Тургайта. Раскопки продолжаются, несмотря на протесты от Говарда Лафреска. 27 апреля 2000 исследование гробницы Тумгайда
расписана главным надсмотрщиком Вилбором Фриском. Окей. Видимо, да, 3 марта или 27 апреля. Ну, Говард Лафреск успел свалить. А мы тут сохранимся. Угу. Окей. Ничего особо не сказал. Но спасибо за ваше мнение. Так. Батарейки. Фонарик. Дайте мне, блин, фонарик. Говард, значит, мои исследования нашли что-то великолепное. Постоянно я предупреждал надсмотрщика Фриска, что мне нужно время, чтобы совершить полный текстовый анализ, прежде чем мои переводы могут быть считаться законченными. Он все равно продолжает раскопки, и теперь он заплатил цену. Безопасность, уровень безопасности этого здания, этого комплекса довольно высока, чтобы достаточно высока, чтобы не оставлять следов своего существования за этими стенами. Даже центральная каста Архаика не имеет записи об ее местонахождении. По факту, единственное место, которое линкуется на это место во внешнем мире, это записи, которые я оставил много лет назад. Тем не менее, так как вирус был выпущен год назад, никаких попыток спасения не было сделано. Никакая, ни одна из персон не пыталась войти в комплекс. Только перед тем, как вирус был выпущен, я послал сообщение кому-то, кому я мог доверять. Я могу только предположить, что мой сын Филипп получил эту ноту, эту записку и сделал, как я сказал. Не важно, что случится здесь, по крайней мере, я могу успокоиться, зная, что никаких следов не останется от этого места, и его секреты будут похоронены здесь. Я выучил за годы не ставить слишком многое на одно исследование, ну, discovery, на одно открытие. Но информация, которую я держу в руках, жизненна не только для нашего выживания, но и для будущего нашей расы. Самым первым делом утром я собираюсь позвонить добровольцам to set out in the infect. Чтобы кто-то пришел в инфицированную зону убежища. Никто не придет, но я буду спрашивать то же самое. Я пойду в библиотеку исследовательской станции сначала, а потом все это неизвестные переменные.
После этого я просто поверю в это открытие. Если я не прав, я вряд ли сделаю это через... Я вряд ли выживу в Резиденшале. В Resident Evil, да. Так. Сказать по правде, я оставил мою семью ради этого места, ради этой организации. Что более ужасно, что я пожертвовал чем-то настолько дорогим, или то, что я не сожалею ни одной секунды. Говард Лафреск, главный переводчик или ведущий. О, открываем. Паспорта нет, да. Хорошо. А у нас есть, да. Welcome to Shelter Research Station Green. Добро пожаловать. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation, built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our trained professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Это прекрасно, да. Это такой какой-то портал или... Господи, его, да. Portal 2. Вайб. Что там еще? Да, короче, это самостоятельная комплекс 70-е годы. Так, какие-то комнаты. И если вы чувствуете, что у вас все плохо, вам нужно привязать себе к какому-нибудь тяжелому предмету и ждать, когда к вам придут проверенные профессионалы. В лучшем, то есть в худшем случае, просто жрите таблетку цианистого калия. Да. Так, что там у нас? Сейчас посмотрим, какая там комната была. Угу. 236. 236, 1168. Что значит на correct password? Вы что, охренели? 236. А, 67. Как-то я нажал-то. 67. Так. 67. Ей. Это приятно. Так, в остальном тут будешь.
где собаки? Были же тут такие собаки злые. Решетка, конечно, такая себе. О. Так. Это, естественно, что-то за ними прячется. Ну да, как же иначе. Так. Даже не знаю. Ну, давайте. Этот проход завален давным-давно. Так, что тут у нас? Здесь мне не пройти. Канализация выглядела как единственный способ выбраться, но я больше не хотел выбраться. Мой отец нашел что-то, и мне нужно было знать, что. Без этого все могло быть впустую. Прекрасно. Ну все, и точно обратно уже и не вернуться-то. Ладно, на этом все, дорогие товарищи. О, слизни дорогие, да. На этом все, дорогие товарищи. Увидимся в следующей серии. В каких-то местах даже все посерьезнее стало, интереснее, как мне кажется. Но я только начал. Посмотрим, как оно будет развиваться. Что за хрень? Я даже ничего не успел сделать. Да, ну ладно, в любом случае, лайки, подписки, шары и прочие ништяки, которые меня замотивируют. Также подписывайтесь на Discord сервер. На... Да-да. На кооператив «Дружба». На Homeworld 3 ожидания. Сервер Homeworld Russian Fleet. Тут недавно requirement и ценник появился на Homeworld 3. Ну и прочие социальные сети. А на сегодня я все-таки все. Как бы хватит уже. 3 часа ночи. И 1.5 часа видео. Все, спасибо большое. Увидимся. В этой или в другой игре. Всем пока.